Задача Иосифа Флавия. Эта задача придумана очень-очень-очень давно. История такая. Отряд во время иудейских войн был загнан в пещеру. 41 воин оказались в такой ситуации, что выйти из этой пещеры можно только через какой-то узкий-узкий лаз, и там стоят враги. И они решили осуществить самоубийство. Ну, вообще, к сожалению, есть в армии всевозможные правила насчет того, что там в плен сдаваться нельзя. Ну, наверное, знаете, там, во время Второй мировой войны, там, не знаю, родственникам, там, в нашей стране, если кто-то из солдат оказывался в плену, то с его семьей всякие чудовищные истории были, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, так что у военных это с давних времен всякие такие ужасы бывают. Так вот, решили они сделать так. Выстроиться всем по кругу, и дальше первый, второй живой, третьего убить и его тело убрать. Четвертый, пятый живой, шестого убить. Седьмой, восьмой живой, девятого убить. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Постепенно кольцо будет сужаться. Естественно, так будет много-много-много-много оборотов. В конце концов, остались только два человека. Ну, они не придумали, что делать с этими двумя людьми. А теперь вопрос, откуда взялась фамилия? Это был один из тех воинов, который узнал об этом страшном плане, быстренько на песке нарисовал круг, написал числа, посмотрел, что будет, кто останется, нашел эти два номера. Понятно? И своему другу сказал, ты становись на такой номер, а я стану на такой. Значит, весь этот ужас состоялся. Они вдвоем остались в живых. Вылезли, сдались в плен. И, соответственно, вместо трупа получился один из первых историков, от которого эту и огромное количество еще гораздо более важных историй о древнем мире мы узнали. Так вот, к сожалению, нет никакой разумной математики, связанной вот с этим правилом. Если двоих требуется оставлять живых, а третьего убивать, потом двоих стоящих по кругу оставлять живых, следующего третьего убивать. Но есть потрясающе красивая математика. Если изменить это правило и убирать не каждого третьего, так, ребят, только, значит, надеюсь, все вы понимаете, что я вовсе не любитель никаких убийств, поэтому давайте с этого момента древнюю легенду мы отбросим, да? Я ее рассказал просто, ну, потому что из песни слова не выкинешь. Вот, и давайте будем говорить о вычеркивании чисел. Договорились? Это приятнее и мне спокойнее будет. Значит, итак, задача, которую мы с вами, все, не будет больше этого историка, задача, которую мы с вами сейчас решим, и, соответственно, выясним, как она связана с предыдущими нашими темами. Связь абсолютно прямая. То есть у нас в первом полугодии было занятие, посвященное двоичной системе счисления. Я понимаю, что не все были, но тем не менее, я сейчас все это еще раз повторю, ну, естественно, применительно к этой задаче, и выяснится, что задача Иосифа Флавия имеет потрясающе простой, красивый ответ и помогает вам разобраться с тем, что такое двоичная система счисления. Значит, сейчас я прохожу, каждому из вас даю число. После этого рисую на доске табличку. И
там нужно будет говорить. Ну, для каждого человека забрать. Так, поехали. Запоминайте, чтобы потом не переспрашивать. Запоминаешь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, запомнил? 31, 31, 32. Сейчас я беру конкретный пример, и вы должны каждое полученное вами число, хотите еще какие-нибудь другие числа, это не так важно. Важно, чтобы вы поняли, о чем вообще здесь разговор. Значит, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ну вот, например, 20. Например, 20. Рядышком будет другой круг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Понятно? Так, что? И давайте третий пример, последний, а дальше уже вы будете сами все. Я совсем большой пример возьму. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Все, я считаю, что этого достаточно. Но, во-первых, чтобы не забыть, давайте я каждый раз напишу здесь количество народов. Это просто, чтобы не забыть. Потому что иначе я сейчас буду стирать могу забыть, сколько же их там, собственно, было. Значит, вам просто зачеркивать, ну или ластиком, как вам быстрее и удобнее. Мне еще легче, у меня тряпка. Итак, смотрите, начинается вычеркивание. Единицу оставляем, двойку вычеркиваем. Тройку оставляем, четверку вычеркиваем. Шестерку, восьмерку, десятку, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать. Дальше очень важная история, ребята. Смотрите, единица по-прежнему осталась, тройку вычеркиваю. Семерку вычеркиваю, 11, 15, 19, 5, 13, единица вычеркнулась, и 17, тоже число оказалось вычеркнуто. Единственное невычеркнутое число, это число 9. Я только что для 20 сделал, и то же самое для 24. Стираю двойку, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 5, 13, 21, 9 и 1. Вот оно. Число 17 осталось у нас не вычеркнуто. Ну и третий, последний пример. После этого сами будете в своих тетрадях. 2, 4. Кстати, заметьте, мы начинаем с того, что уничтожаем все четные числа. Согласны? Поэтому всегда ответ будет нечетным. Так, только что стер, единицу стираю.
5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 ушло, 7, 15, 23, 31, 11, 27 и 19. Ребята, осталось число 3. Так вот, пожалуйста, для данных вам чисел, а когда свое число сделаете, то, пожалуйста, для еще каких-нибудь, для любых по вкусу, вы сейчас должны сделать вот то же самое, что я только что сделал. Я рисую длинный-длинный ряд чисел сейчас. Часто говорят, что нам нужны деньги на интерактивные доски, нам нужны там десятки тысяч на компьютеры. Ну, нет, компьютер, конечно, полезно, хотя, опять-таки, не так уж это все, да? Но доска для рок-математики гораздо важнее. Просто вот наличие такой доски просто изменяет течение урока, потому что можно написать и какое-то время просто не стирать, оставить, чтобы всем было видно. Так, ну, я думаю, что на этом стоит остановиться. Значит, ребят, давайте так. Конечно, я должен взять и внести информацию, которая уже 33.3. Что это значит? Это значит, вот здесь надо написать число 3. Значит, здесь надо написать число 3. Так, давайте я пройду, подровняю. Что-то я по-разному делал. Хотя это уже вопрос эстетики, и это не самое главное. Это не самое главное. Значит, важно, что я 33 стираю. Теперь я уже забыл, поэтому должен вспомнить. Для 29... А для 24 – 17. Очень хорошо. Для 29. Для 24 – 17. Значит, господа, скажите, если у нас один, всего один. Что? Один. Конечно, один, да? Ничего не будем вычеркивать. Для двойки. Один. Правильно. Двойка вычеркивается, один остается. Для тройки. Два. Два. Один. Один. Три. Два. Три. Все, уже рисуйте. Давайте я вам дам несколько минут. Нет, ребята. Повторяю. Сейчас каждый данное ему число рисует, вычеркивает, получает ответ. Опусти руку, пожалуйста. После этого берет другое число, рисует по вкусу какой-нибудь. Можно брать числа от 1 до 38. В числе 38 нет ничего особенного. Просто в какой-то момент надо было мне остановиться. Да? Я дошел, остановился. Я до 17 вышла. Ну, неважно. До чего вышло, до того вышло. Значит, пожалуйста, рисуйте, ищите. Я отмеряю, я думаю, что 5 минут на это хватит. Да? Каждый сколько успеет заполнить таблицу, настолько успеет. После этого все вместе мы таблицу заполним. Я уже почти все сделала. Молодец, только об этом не надо было никому говорить. Для 3 – 3. Молодец. Для 4 – 1. 1. Для 5 – 3. 3. Для 6 – 5. 5. Для 7. 7. 7. Для 8. 1. Для 9. 3. Для 10. 9.
9. Правильный ответ 5. Для 11. 7. 7. Для 12. 9. Для 13. 11. Для 14. 13. Считал? Для 15. 15. Для 16 ты посчитал? Да? 1. Для 16 ты посчитал 1. Для 17. 3. 3. Для 18 посчитали 3. Да, все. Во-первых, таблица достаточно далеко заполнена. Во-вторых, господа, давайте так. Я вам даю еще. Нет, все. Я вам даю еще несколько минут для того, чтобы по вашему вкусу заполнить. А нет, придумал. Давайте я буду вести, а если кто-то уже посчитал, то многие же уже посчитали. Так, для 19. А для 18? Для 21. Да? 19. Для 19 что? Для 21 19. Неверно. 11. Для 22? 9. Для 21. Для 21 сколько у вас? 11. 11. Для 22? 13. 13. Для 23? 15. 15. Для 25? 19. Ты посчитал? Да. А зачем врешь? Ребята, это беда. Это настоящая беда. Потому что, когда я говорю, нарисуйте, посчитайте, я имею в виду, что вы действительно нарисовали и действительно посчитали. А вы пытаетесь угадать. Это очень плохо. Когда вы привыкли, так сказать, угадывать желание начальства, это очень плохо, господа. Это очень плохо. Потому что посчитать, это значит посчитать. Решить задачу, это значит решить. Не потому, что начальник сказал, а понять, что это действительно так. Значит, повторяю вопрос. Кто на самом деле посчитал? Значит, для 26 кто-нибудь посчитал? Для 18,5. Посчитал для 18? Да. Посчитал, да. Хорошо. Для 19? Для 19. 7. А? У меня 7. Посчитал? Да. Хорошо. Так, еще кто-нибудь что-нибудь посчитал вообще? Давайте, говорите просто. Для 25, 23. Для 25, 23 ответ неверен. Кто еще что-нибудь посчитал? Все. Все, ребят. Значит, нельзя двигаться дальше, пока вы сидите и ждете. Круг у вас нарисован? Здрасте, у меня даже круг не нарисован. Если кто-то не верит в эту таблицу, возьмите, нарисуйте, повычеркивайте и убедитесь. Сейчас нужно посмотреть на нее на всю и увидеть какую-то закономерность. Нет, можно средство включать? Он сейчас все объяснит. Не надо, Нил, объясни закономерность. Когда число начинает достигать больше себя, вновь начинается с одного все нечетные числа. Кстати, интересная фраза. Услышите, ребята? Когда число начинает достигать больше себя. Это чем-то напоминает лимку у тараканов или у змей. Да? Когда змея значит, становится больше, чем кожа, то она кожу сбрасывает и... Вы про это, да? Нет, в математике отсутствует понятие переменного числа. Когда у нас что-то меняется, это функция. Поэтому все-таки так мы, конечно, вам не поверим, но на самом деле я могу объяснить, что он имел в виду. Он имел в виду, или кто-то другой объяснит. Давай. Давай, выходи, не бойся. Он же ошибется. Так бывает. Улыбку. Улыбку. Отлично. Будут идти нечетные числа до того момента, пока они не станут равны числу над ним. То есть 1, 1, потом 1, 3, 3 равно 3. Потом 1.
есть такие особые места, да? Есть такие особые места, где происходит изменение. Да, причем заметьте, что здесь вот у меня при движении на единицу увеличивается, а здесь на двойку. Естественно, что если все время увеличиваешь на двойку, то рано или поздно обгонишь, да? Просто здесь с большей скоростью идет движение, чем здесь. Поэтому здесь опять пошло с единицы, и дальше что будет? И дальше 15, 17, да? Да, 15. Отлично. Вы? Так же еще повторите, давайте. Получается, когда число в нижнем ряду становится число, которое находится в верхнем ряду над ним, тогда следует... Понятно, то есть вы действительно повторяете. Я хотел как-нибудь... Все, спасибо. Я хотел, чтобы кто-нибудь именно как-то по-другому почти. Дело в том, что это, конечно, замечательно, что вот там все время происходит увеличение на 2, но нам же сейчас с вами это нужно будет доказать. Понимаете? Мы же не можем... Вот очень важная вещь. Даже самое очевидное, даже самое, что называется, надежные закономерности в математике все равно нужно доказывать. Дело в том, что доказательство – это основной метод работы в математике. И поэтому, хотя мы дошли с вами аж до 38, и закономерность верна была, мы не можем сказать, значит, всегда будет так. Мы должны найти какие-то настоящие причины для того, чтобы доказать вот эту закономерность. Я сейчас обращу ваше внимание на следующие места. На самом деле вы тоже про эти места говорили, но вы говорили про предыдущее. А я сейчас обращаю ваше внимание именно вот на эти места. Смотрите, пожалуйста. Как называются числа? 1, 2, 4, 8, 16. Что это такое? Неверно. То есть нечетные, конечно, правда. Степень двойки. Степень двойки, молодец. Так вот, давайте я это напишу. Степени двойки. Степени двойки. Это числа 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 и так далее. Значит, господа, главное, что мне сейчас нужно доказать, что если количество чисел является степенью двойки, то невычеркнутый останется единицей. Рассмотрим степени двойки. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Мы сейчас должны доказать, что невычеркнутым останется число 1. Как только мы это сделаем, станет гораздо легче. Давайте я нарисую картинку. Ну, посмотрим, сколько мне получится. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ой, не получилось. Дело в том, что я хотел... Давайте я рядом нарисую, а это потом использую. А это я потом еще использую. Не удалось мне степень двойки. Давайте так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Заметьте, сейчас я разумнее делаю. Я добиваюсь, чтобы примерно половина была. Да? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот теперь получилось. Вот картинка. Когда 16 чисел. У нас имеются числа от 1 до 16.
нас имеют числа. Сейчас я только очень важно, чтобы вы видели, что сейчас будет происходить. А знаете, что я сделаю? Я сейчас вот это число 1 напишу огромного размера. Будет такая огромная-огромная, заслуженная-призаслуженная единица. Видите, здорово? Такая большая, могучая единица. И каждый раз, когда мы будем за нее переходить, мы будем произносить какой-нибудь звук. Значит, итак, беру тряпку, стираю двойку, стираю четверку, шестерку, восьмерку, десятку, 12, 14, 16. Заметьте, я стер все четные числа. И сейчас самое время говорить ура! Ура! Значит, обратите внимание, сколько чисел осталось? 8. Осталось 8 чисел. Вы помните, какое число было в таблице для 8? 1. Единица. Так, а что такое единица? Это как раз и есть вот эта самая единица. Понимаете? И вот так, да, давайте я пойду дальше. Значит, я перешел через единицу. Что я сейчас стираю? Тройку, правильно? Семерку. 11. 15. Ура! Сколько чисел осталось? 4. Стираю пятерку. Стираю число 12. Ура! Стираю пятерку. Ура! И у меня все, уже никаких ура больше не будет. Уже осталось одно единственное число. Смотрите, в чем смысл? При каждом обороте исчезает в точности половина чисел. Поняли или нет? При каждом обороте исчезает половина чисел. А это как раз и означает, что у нас все будет хорошо. Потому что, смотрите, прошли сначала, когда было 16, осталось 8 чисел. Прошли, осталось 4 числа. Прошли, осталось 2 числа. Прошли, осталось 1 число. То есть, за счет того, что число 16 делилось на 2, и потом 8 тоже делилось на 2 и так далее, у нас каждый раз ровно половина чисел исчезала. А вот теперь самое интересное. Как применить ту информацию, которую мы сейчас получили, что для числа 16 остается вот это. К решению задачи о числе 22. Есть очень красивый, простой способ узнать, что будет, что останется здесь, если мы знаем свести задачу о числе 22 к задаче о числе 16. Подумайте. Мы можем делать то же самое. Нет, то же самое сделать можем, это я понимаю. Более того, это мы уже в начале занятия сделали, мы ответ тоже знаем. Вопрос, как это сделать красиво? Как понять... Да? Мы это число делим на 2. Каждый раз. Не то. Да? Может, мы знаем, что после 16 следующей степени двойки это 32? Это верно, но это как раз мало осталось. Да. Ведь один может остаться только в четном числе, в нечетном не может. Ну... Вот все из этих чисел, кроме одного... Конечно, верно. Но дело в том, что вообще так вот глубоко изучать, там, когда останется один, когда не останется, явно неинтересно. Просто в одном не может, потому что там оно не делится, кроме как на это. А все остальные, за исключением 1, это даже нельзя четное число. Смотрите, значит, ответ никогда не будет у нас четным. Потому что четные числа исчезают... Ну, 1 может быть только в четном. Да, нет, четные числа исчезают при первом проходе. Я знаю.
Вы не понимаете сейчас, что я вас спрашиваю. Я прошу научиться решать задачу для 22, если вы уже решили ее для 16. Не понимаете? Есть такой старый добрый анекдот про математику. Жил-был мальчик. Мама научила его варить яйца. Она сказала, что это очень легко. Это утром встаешь, значит, надеваешь тапочки, идешь на кухню, включаешь свет, берешь кастрюльку с гвоздика, наливаешь воду в кастрюльку из крана, ставишь на плиту, включаешь газ, кладешь туда яйцо, ждешь, ну, это я уже не помню, сколько там времени ждешь. Вот, в общем, она ему сказала, сколько секунд ждешь, выключаешь, сливаешь воду холодной водой, остужаешь, выливаешь яйцо, разбиваешь, чистишь, ешь. Все было замечательно. Много-много-много раз мальчик вставал, шел на кухню, варил себе яйцо и был абсолютно счастлив, что он этому научился. Да, мальчик был математиком. Вдруг в одно ужасное утро он проснулся и увидел, что на кухне уже горит свет. На кухне уже горит свет. На газовой плите стоит кастрюлька. Там налита вода. Правда, яйца там не было. Но мальчик не понимал, что делать. Но он был математиком. Он подумал и решил эту задачу. Выключил газ, вылил воду, повесил кастрюльку, выключил свет, побежал, лег, снял тапочки, лег в постель и понял, что теперь он очутился в привычной для себя ситуации. И сейчас он встанет, наденет тапочки, включит свет, возьмет... Это, конечно, вам смешно, когда это рассказ о житейской ситуации. Тем не менее, в математике это бывает сплошь и рядом. По той простой причине, что если вы решили какую-то задачу... Ой, знаете, у военных есть такое слово. Овладеть господствующей высотой. Ну, сейчас с современной техникой это стало гораздо менее важно. И сейчас понятно, что там за 1000 километров может прилететь ракета, поразить цель и так далее. Но в старые времена это было страшно важно. Суметь, так сказать, на какой-то там холм забраться и с этого холма легко обстреливать противника. Понимаете, да? Вот это то же самое. Если вы какую-то задачу решили, в данном случае решили задачу для числа 16, так пользуйтесь этим. В данном случае это не смешно. Как свести вот это, как свести задачу о числе 22 к задаче о числе 16? Вот я сейчас скажу, и вы скажете, что мы это и так знали. Что это? Да? Да? Выйди, скажи. Выйди, только, пожалуйста, не так мямли, а громко, ровно эту фразу произнеси. И без может быть. Хорошо? Надо стирать числа с круга до того момента, пока не останется число 16, и все числа меньше него. Да, давай, я буду стирать, а ты скажешь, в какой момент я должен остановиться. Хорошо? Значит, убираю двойку. Осталось сколько? 21 число. Останавливаться? Нет. Останавливаться? Нет. Останавливаться? Нет.
Это считаешь вообще, сколько я стер? Я стер уже 5 чисел. 5 чисел, так. Я стираю. Теперь останавливается. Спасибо, молодец. Ребят, так же, как я здесь число 1, разрешите, пожалуйста, я также изображу здесь число 13. Вот оно. Очень важное для меня число. Ну, я не знаю, как его красиво нарисовать, но надеюсь, что вы меня простите. Ладно? 13. Жирно-жирно написал. Вот оно, число 13. Смотрите. Сейчас отсчет идет с этого места. И на круге по окружности расположено ровно 16 чисел. Давайте пойдем опять. И опять не забудем говорить наше великое слово «Ура», когда будем здесь проскакивать. Смотрите, убираю вот эти вот числа через одно. Убираю. Ура! Осталось 8 чисел. Так, меня обманули? Нет. Меня обманули? Я сам себя обманул. Я стер не то. Ребята, простите меня, пожалуйста, я его быстренько восстановлю. Значит, так, я объясняю, почему я сам себя обманул. Значит, так, вообще я боюсь, что... Вы стерли 17 вместо 15. Вот именно. Я стер 17 вместо 15, да. Надо было 15, 19, 1, 5... Все равно неправильно. Тройка, потому что... Все. Значит, господа, давайте-ка я все это сотру. Извините, пожалуйста. Я просто сбился, а дальше уже нечестно. Значит, давайте другое число. Или то же самое. Давайте то же самое. Так, извините, пожалуйста. Так, значит, быстро сейчас прохожу и показываю, просто чтобы вы понимали, что все честно. Значит, итак, вот вам число 13, да? Вот вам число 13, большое и страшное. Да, прохожу через него. 14, 16, 18, 20, 22, 3. Вот видите, у меня там была ошибка. 7. 11. Ура! 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 Вот и все. Вот и все. Осталось число 13. Давайте теперь поймем, как же это записать в общем случае. А уже просто. Значит, итак, если я буду считать, что здесь вот у меня числа, а позднее некая вот эта функция, да, то есть писать выражение такого типа f от 24 это 17, да, вот так записываю, то, что я только что сделал, можно записать следующим образом. Когда вам дали 2 в степени n, ответ будет единица. 2 в степени n, это дважды. Это формула для степеней двойки. А вот если вам дали число вида 2 в степени n плюс k, очень важно, здесь k это число, которое меньше, чем 2 в степени n и не меньше нуля, то смотрите, какая история. Значит, у вас по кругу написаны в начале 2 в степени n плюс k чисел. Вы берете и зачеркиваете двойку, четверку, зачеркиваете шестерку, восьмерку и так далее. Внимание! И зачеркиваете число 2k. Таким образом, вы зачеркиваете ровно k чисел. И как только вы зачеркнули эти самые k чисел, так чисел остается у вас
2 в степени n штук. И при этом отсчет начинается вот с этого вот нашего великого числа 2k плюс 1. Значит, формула выглядит вот таким вот образом. 2k плюс 1. На самом деле, вот эта формула, она в точности выражает смысл вот этой вот таблички. Значит, ребята, все это... пожалуйста. Да. А вот я поняла еще одну закономерность. Да, какую? Если один, то один проходит до следующего и будет да. опять единицы. Если два, то два проходит до следующей единицы. Если три... Действительно, у нас вот о чем? О том, что интервалы здесь все время увеличиваются в два раза. Да? Об этом? Да. Это вы правы, абсолютно правы, но это не удивительно. Разумеется, от числа 16 до числа 32 расстояние равно там, 32 минус 16, 16, да? Да. До следующего числа, до 64, понятное дело, будет в два раза больше. Это просто так устроены степени двойки. Каждый раз расстояние между соседними степенями двойки увеличивается в два раза. Это, конечно, абсолютно верно. Так вот, ребят, сейчас у меня будет закономерность не менее красивая, чем та, что только что была, но чуть более сложная. Для того, чтобы ее понять, потребуется знание двоичной системы счисления. Я понимаю, что не все присутствующие ее знают, но тем не менее, значит, делаем мы сейчас вот что. Ребята, я напоминаю, что такое двоичная система. И в двоичной системе счисления мы сейчас таблицу, которая у нас во всю доску нарисована, будем мы сейчас переписывать. Пожалуйста, заново, только не торопитесь писать, а сначала посмотрите, что я напишу. И уже после этого будете все делать. Значит, итак, таблица будет такая. N в десятичной системе. А впрочем, слушайте. Нет, не смогу. N в десятичной системе счисления. Вот. Дальше. Под этим числом будет написано то же самое число n в двоичной системе вычислений. Дальше. Будет написано f от n в десятичной системе вычисления. И под этим числом f от n будет написано f от n в двоичной системе счисления. Давайте я сразу объясню, значит, что такое десятичная. Это та, к которой вы привыкли больше всего. Единица, двойка, тройка, там, четверка. Понимаете, да? Пятерка, шестерка, семерка, восьмерка. Значит, господа, что такое двоичная система? Это вот так вот 1-0, 1-1. Я сейчас все объясню. Сначала напишу ответы, а потом все объясню. Значит, смысл такой. Разряды в двоичной системе счисления в два раза, а не в 10 раз на продвижении справа налево становится больше. То есть в двоичной системе счисления последний разряд – это разряд единиц, предпоследний разряд двоек, предпоследний разряд четверок. Сейчас нужно смотреть вот сюда и, собственно говоря, переписать то, что там написано. Значит, а именно, это числа 1, 1, 3, 1, 3, 5, 7 и 1. И теперь в двоичной записи. Единица, единица, здесь 1, 1. Имеется в виду, что 3, это есть 1 плюс 2. Здесь 1,
Здесь опять 1,1. Здесь у нас с вами будет 1,0,1. Здесь 1,1,1, потому что 1 плюс 2 плюс 4. И здесь просто 1. Так вот. Значит, ребята, я сейчас надеюсь понятным образом вам написал эту таблицу. А сейчас я сделаю вот что. Я прошу вас ее продолжить. Так, вот представьте себе, что я ее здесь продолжаю. И сейчас надо будет вам это сделать. Так, работаем. Разумеется, пользоваться той таблицей, безусловно, можно и даже нужно. Значит, итак, 9, 10, 11, 12. Дело в том, что десятичная система удобна нам потому, что у нас на руках по 5 пальцев. Если бы количество пальцев было бы другим, то мы наверняка пользовались бы не десятичной системой, а какой-то другой. Скажем, если бы у нас было по 6 пальцев на руках, наверняка пользовались бы не десятичной, а системой исчисления по основанию 12. Итак. Ребята, я хотел бы, чтобы сейчас вы мне, глядя на таблицу, которая у нас уже есть, продиктовали бы f от n. F от n – это вот эта вот строчка. Пожалуйста, для 9, а то диктуйте. 3. Для 9 будет 3, для 10. 5. Дальше. 7. 9. 11. 13. 15. 1. 3. 5, 7, 9, 11, 13. Так, молодцы. Стоп. Молодцы. Теперь осталось вот что. Осталось. Я надеюсь, что кто-нибудь здесь все-таки знает двоичную систему. Или кто-то уже понял, что это такое. Суметь. Тройку написать в двоичной системе, девятку написать, десятку, понимаете, да? То есть вот каждое число написать в двоичной системе. Кто не побоится выйти и мне диктовать? Давай. Да. Что 22? О, да. Ну, это да, это... Заметьте, пожалуйста, мне все равно диктовали, да? Тут ведь, ребята, у любого человека всегда есть совершенно разные вещи. Значит, есть такая известная вещь, да? Он думает одно, говорит другое, пишет третье, имеет в виду четвертое, а на самом деле должно быть пятое, да? Вот это, ну, всегда так. У меня в данном случае действительно, извините, я не хотел. Да. На месте девятки? Да. Только не тысяча, а давайте по цифрам. Один даже. 1, 0, 0, 1. Так, объяснить можете? Да, потому что, смотрите, девятка это... Это 1 плюс 8. Ну да, это 1 плюс 8, а 8 это 4 степень двойки. Это 1, дальше разряд двойка, четверка, там не интересно. Разряд 8. Ага. Так, молодец, десятка давайте. Десятка это 1, 0, 1, 0. Очень хорошо. Дальше. Дальше не сделал. Хорошо. Кто сделал дальше? Давай. 1, 0, 1, 1. Совершенно верно. Кстати, мог бы просто догадаться и приписать единичку. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Тоже молодец. Потому 1, что это 4 плюс 8, да? 1, 1, 0, 1. Так. Это 1, 4 и 8. Тоже хорошо. 1, 1, 1, 0. Замечательно. Дальше. Все единицы. 1, 1, 1, 1, 1.
Дальше. 1, 0, 0. 1 и 4 нуля. Да. Дальше. 1, 0, 0, 0, 1. Молодец. 1, 0, 0, 1, 0. Тоже хорошо. 1, 0, 0, 1, 1. Дальше. 1, 0, 1, 0, 0. Да. 1, 0, 1, 0, 1. Да. 1, 0, 1, 1, 0. Очень хорошо. Ну мало. Потому что нам нужно еще одну точку. Кто это сделает? Подсказка. Для этого уже вообще ничего знать не надо. Дело в том, что все эти числа у нас уже разложены в твоей системе. Нет, это кто-нибудь другой. Да? Диктуй, давай. Для тройки что? Для тройки 1. Неверно. 1, 1 для тройки. Точно. Потом для 10. Для пятерки. Для пятерки 1, 1. Неверно. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Потом 1, 1, 1. Так, для девятки. Для девятки 1. 0, 0, 1. Вот, для девятки расположение. Для девятки 1, 0, 0, 1. Так, для дальше. Для десятки 1, 0, 1. Для какой десятки? Для 11. Для 11. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Так, для 13. Для 13. 1, 1, 0, 1. Совершенно верно. Для 15. 1, 1, 1, 1. Очень хорошо. Для 16. Для одного. Для одного 1. Так, для 3. Для 3 1. Это мы уже говорили. Для 5. Для 5 101. Не 101, а 101. Для 7. 1, 1, 1. Совершенно верно. Ребят, заметьте, что мы вполне справились. Для 11 мы тоже знаем ответ. И для 13. Да, конечно, у нас таблица была написана до 38. И в принципе я, конечно, мог бы сделать над собой усилие и дойти бы до 38 ровно таким образом. Да и дальше мог бы, мы же общую формулу знаем. Но! Давайте я лучше задам вам такой вопрос. Как научиться без вот этих вот двух строчек? А как по вот этому числу получать это? По вот этому. То есть представьте себе, что я сейчас прохожу и стираю первую и третью строку. Можете ли вы сформулировать простое правило, которое позволит нам с вами легко по вот такому числу находить это? Если кто-то не может по этой информации разобраться, ну так тогда возьмите, напишите таблицу дальше. Надо увидеть какое-то простое правило, которое преобразует вот эту запись в такую, эту в такую, эту в такую. Если там за несколько минут не сообразите, то я таблицу еще дальше напишу, тогда уж точно догадаетесь. Да? Я немного догадался, но не уверен, что правильно. Угу. И до чего же догадался? Если, потому что тут все это умножение на 2. Вот только почему-то в первом и в втором чуть не действует. Нет, понимаете, закон, который иногда действует, иногда не действует, это не закон. Если закон, то он должен действовать всегда. Сейчас самое интересное, ребят, вот сейчас проблема в том, что многие из вас резко погрустнели и ждут, когда им скажут. Сейчас происходит самое интересное. Догадаться надо сейчас, да. Вот всегда тут по правилу, всегда... По какому правилу? Вы еще не сформулировали его. Вы должны придумать правило, которое из вот такого числа делает такое. И оно должно везде единообразно работать. Это правило, оно действует так, чтобы
первое число должно быть второе тоже единицей, потом второе должно быть четвертое. Не понял, все гораздо легче. Все гораздо легче. Садись, нет, не придумал. Ребята, еще раз, закономерность очень простая. Как от вот такого числа перепрыгивать к такому? В двоичной системе исчисления задача Иосифа Флавия решается гораздо легче, чем в десятичной. Вот как из числа 19 получить 7, что непонятно, потому что здесь цифры, ну, ничего похожего. А вот как из этой строчки нулей и единиц получить эту, можно догадаться. Да? Там в некоторых меняется... Не то. Правило простое и общее, да? Что? Убрать нули. Убрать нули? Ну, это вы как-то чересчур резко сказали. Потому что, смотрите, вот здесь все-таки иногда нули в ответе есть. Поэтому совсем уж убрать нули нельзя, да? Первое число мы списываем просто, а во втором убираем нули. Не понял, что такое первое число списываем? Ну, один, там это просто. Нет, во-первых, знаете ли вы разницу между числами и цифрами? А? Вы знаете, что любое число записывается при помощи цифр? Вы сейчас говорите о цифрах или о числах? А? О цифрах. Отлично. Теперь сформулируйте свое правило. У нас 1-1. Может быть, выйдете и покажете? Будет проще? Ваша проблема такая. Вы для каждого числа сформулируете свое правило. Понимаете? Это неправильно. Ну вот можете сформулировать какое-то естественное правило, которое вот по этой записи изготовит это? Можете или нет? Не можете, правильно? Не можете, садитесь. Ребят, это просто. Кстати, у вас сегодня в самостоятельной работе тоже будет задача угадать закономерность. Это просто угадать закономерность. Так, на каком числе там остановились? На 22? Да. На 22. Значит, здесь я должен пойти, начиная с числа 23. Хорошо. 23, 24, 25, 26. Функция у кого записана? 15. Кто помнит? Для 23. Сколько? 15. 15. Молодцы. Функция будет равна 15. Дальше? 17. Дальше? 18. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 1. 3. 5. Так, отлично. Господа, теперь вспоминаем, как число 23 разлагается. Значит, 22 – это у нас 16, 4 и 2. Замечательно. Кто умеет теперь разлагать в двоичной системе число 23? Это 16, восьмерок нам не надо, четверка нужна, двойка нужна и не так. Все понимают? 16, 4, 2 и 1. Понимаете? Так, опять напишу. 23 – это 16, 4, 2 и 1. Это понятно или непонятно? Замечательно. Восьмерки здесь нет, и то, что ее нет, как раз означает вот этот нолик. Это тоже понятно? Отлично. Будьте добры сказать, как в двоичной системе пишется 24. Да? 16, 8. Ну, цифрами. 1, 1, 0, 0, 0. Молодец. Дальше. 1, 1, 0, 0, 1. Правильно. Дальше. 1, 1, 0, 1, 0. Тоже хорошо. Дальше. 1, 1, 0, 1, 1. Дальше. 1, 1, 1, 1. Неверно. 1, 1, 1, 0, 1. Смотри. Что такое 28? Это 16, 8 и 4. Это правда или нет, кстати? 28 – это 16, 8 и 4. Да.
Да. Так, 29, диктуйте. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Дальше. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 32. 1. Это уже степень двойки. Как записывается? 1. Единица. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Отлично. 33. 1, 1. Сколько нулей дальше? 1, 1. И правда. 0, 1. Только 32 плюс 1. 4, 0, 1. Так, и 34. 1, 3, 0, 1, 0. Так, отлично. Теперь дальше я не буду, кого-нибудь все-таки надо спросить. Кто выйдет и напишет двоичные записи в нижней строчке. Все эти числа уже есть на доске, надо просто посмотреть. Нет, вы уже были. Значит, число 15. Или сразу пишите, или смотрите, где у нас оно написано. Так. Пока он там пишет. Ребята, задача никуда не делась. Надо разглядывать вторую и третью строчки нашей таблицы и искать связь между ними. На самом деле информации абсолютно достаточно. Вы, значит, 15, это что такое? Это 8, 4, 2 и 1, да? 8, 4, 2 и 1. Так, отлично. Дальше, значит, 18. Во всех числах используются только две цифры. 1 и 0. Ну, в двоичной системе не бывает ничего, кроме 0 и 1. Это правда. Да, конечно. Так, повторяю. Нужно разглядывать таблицу, успеваем запомнить. На доске огромная таблица, а в тетради ничего, безобразие. Удобно. Так, давайте я буду проверять. Значит, нет, это полная ерунда. 17, смотрите, ничего не понял. Посмотрите, что от вас требовалось. От вас требовалось посмотреть на число 17, вот сюда, да, и его переписать, это двоичное разложение, туда. А вы переписали просто-напросто для числа 16, не понимая, что 16 и 17 это, к сожалению, разные числа. Все, садитесь. Кто все-таки не побоится написать двоичное разложение для вот этих вот чисел. Поэтому, что называется, после этого моего кружка вполне можно туда пойти, там вам расскажут. 17 вы написали правильно, 19 вы написали правильно, 21 это 16, 4 и 1, замечательно. 23, 16, 4, 2 и 1, тоже хорошо. Так, 25, 16, 8 и 1, молодец. 27, 16, 8, 2 и 1. Да. Ну, это ерунда. Здесь вы ошиблись. Число 29 нечетное. Поэтому на 0 кончаться не может быть каким-то. Что такое 29? Написано двоичное сложение, 4 подряд единицы.
Отлично, единица, надеюсь, справится. Что делаешь? Для числа 1, отойди. Для числа 1, как записать его запись в двоичной системе? 1. 1, конечно. Так, для числа 3. 11. Да, и наконец для числа 5. 101. 101. Так, все, садитесь. Ребята, дальше только ваша догадка. Дальше я не могу никак подсказывать. Какое простое правило позволяет вот из этой записи сделать вот эту, из этой вот эту, из этой вот эту. Догадайтесь. Единообразное общее правило, да? Надо прочитать его задом наперед и зачеркнуть вторую. Не надо задом наперед. Все гораздо легче. Ваше правило должно работать для всей таблицы. Тут на всех последние единицы переходит вот сюда. Какая? Скажи, какая единица куда переходит? Вот, например, здесь вот эта единица должна... Какая это? Ты показываешь одновременно на две единицы. Так, а вы идеально встали, загораживая собой доску. Это к операции прикрытия, да? Куда хочешь. Смотрите, я стою так, чтобы меня не было видно. Да. Вторая единица спереди должна перейти. Ой-ой-ой, вторая единица спереди. Не то. Все легче. Какая вес у вас? Никакой. У меня есть. Какая? Вот в этом числе. Да. У него один. Понятно. Для этого числа свой закон, для другого другой. Нет. Какой? Во всех числах закон почти так же, как он сказал, только немного по-другому. Значит, ребята, там, в свое время я видел учебник по стереометрии для 10-11 класса, в котором в предисловии было написано так. Уважаемые читатели, в некоторых задачах из этой книжки условий больше, чем надо. В некоторых условий меньше, чем надо. Поэтому, когда вы читаете задачу, подумайте, не нужно ли отбросить часть условий и добавить еще какие-то условия, чтобы задача приобрела смысл, стала интересной. Мне очень понравилось это предисловие к учебнику, потому что я понял, что написав такое предисловие, сразу я написал все учебники по всем предметам на все времена. Потому что если из моей книжки выбросить часть слов и добавить еще какие-то слова, то можно так получить любую книгу. Согласны? Да. Ну? Вот. Он правильно сказал, только... Меня не волнует, правильно сказал или нет. И правило волнует. Скажи правило. По правилу единицы должны переходить ближе к концу. Насколько ближе? Как можно ближе до последней единицы. Что такое как можно ближе? То есть первая единица. Выходи. Гораздо. Вы хотели это сказать? Так, ну давайте по очереди. Значит, сначала вы произнесите фразу. Например, если первую единицу поставить сюда, то получится вот это число. Хорошо. Кто у них пример смотрите? Ну, если это поставить, получится это число. Да. Хотел, но не сказал. Правда? Да, все, спасибо, молодцы. Действительно, вы смотрели, наконец, правила. Давайте я с самого начала быстренько покажу. Смотрите, было 1-0. Единица перепрыгивает на последнее место, стало 0-1, то есть 1. 1-1, перепрыгнул, стало по-прежнему 1. Перепрыгнул, стало 0-0-1, передние нули всегда отбрасываем. Стало 0-1-1, передние нули отбрасываем. Стало 1-0-1. 1-1-1. Здесь опять стало 3-0-1. Здесь единичка перепрыгнула. Единичка 101 получилась. 101. Видите? 1-0-1. Это правило действует для всей нашей таблицы. То есть в двоичной системе счисления ответ в задаче Иосифа Флавия гораздо проще получить, чем в десятичной. Если нам написали в двоичной системе счисления число, то надо просто первую единицу перебросить на последнее место.
Ну и если возникли ведущие нули, то их убрать. Теперь я быстренько объясню, почему это так. Господа, у нас была написана формула. Так вот, я боюсь, что большинство из вас, поскольку все-таки первый раз в жизни увидит двоичную систему, не поймет сейчас, но тем не менее, может, кто-нибудь поймет. Смысл такой. Когда у нас написано вот число такого вида, то реально это означает следующее. Это число имеет вид единица, и после этого на n разрядах стоит запись числа k. Что происходит, когда единичку перебрасываешь в конец? Единица становится, это вот она и есть, а все разряды становятся в два раза дороже. Это соответствует умножению на двойку. Боюсь, что последнюю фразу мало кто понял, но все-таки сегодня задачу из Флавия мы с вами очень подробно, очень хорошо разобрали.